Самарская спортсменка Ольга Фомина в гандболе с 10 лет. За этот период она играла в разных клубах и странах, стала призером различных всероссийских и мировых кубков и чемпионатов. Но серебряная медаль на Олимпийских играх – особая награда для каждого спортсмена, рассказывает Ольга. В этот вторник она вернулась в Самару из Токио. В аэропорту ее встречала целая группа поддержки. Для гандболистки участие в Олимпиаде было не впервые. В 2012-м она боролась за победу в Лондоне, но только на этот раз смогла получить медаль. Было реально тяжело. И я очень рада и благодарна девчонкам за то, что мы все вместе смогли собраться, выстоять против там всех обстоятельств, смогли добраться до медали. Мне все понравилось, как грех что-то жаловаться. Все гораздо, все выглядит. Может быть, простенько, но все очень крепко, достойно. Питание хорошее, условия хорошие. Серебряная медаль гандболисток стала заключительной наградой для России на Олимпиаде в Токио. А возвращение самарской гандболистки с самого престижного спортивного состязания стало для всех настоящим праздником. Молодцы девушки собрались, показали, что одна из самых лучших сборных в мире, я считаю. Нет команды, которая никогда не проигрывает. Вот. Думаю, выступили очень достойно. Серебро – это одна из высших наград, это показатель команды. Ольга Фомина в составе национальной сборной России уже с 2010 года. Также спортсменка является членом Тольяттинского гандбольного клуба «Лада». В нем так или иначе играла половина сборной России. Причина этому – профессиональный тренерский состав. Министр спорта Самарской области надеется, что и на следующих Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже, участники Тольяттинского клуба покажут блестящий результат. Я думаю, что во Франции повторится ситуация, когда половина членов сборной команды по гандболу мы сможем предложить главному тренеру. Напомним, что в медальном зачете Россия заняла 5-е место, впервые за всю историю выпав из четверки лучших. Однако за всю Олимпиаду наши спортсмены заработали 71 награду. Это на 15 больше, чем на прошлых играх в Рио-де-Жанейро. Сергей Кизоркин, Никита Колосов, Максим Гусев. События.